Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. А чё вы думали? Чё вы думали, то, что снайперов больше не будет? Конечно, будет. Здорово, всем здорово. Ребят, вы знаете, что делать, просто молодцы. Ваша поддержка на снайперах удивляет меня каждый раз все больше и больше и больше. Давайте мы наберем вот так же лайков, как на прошлой серии. Если мы наберем столько же лайков, то... Я обещаю то, что выпущу новую серию как можно скорее. Вот прям словом даю. Видите, вот этот зуб? Этот зуб вам даю. Ставь лайк прямо сейчас, если хочешь снайперов. А если ты, если прям ты сейчас, вот ты не поставишь лайк, то знаешь что? Поэтому ставь лайк. А мы будем начинать. Снайперы. И... Виновник торжества у нас Игорь, если кто-то не понял. А подожди, почему виновник? А, потому что сегодня мы у тебя корону забирать будем, Игорь. А, я выиграл, да, в прошлый раз? Да, ты выиграл в прошлый раз. Жека, ты готов? Нормально. Да, я готов забрать корону себе. Но я только же бы тебе ее подарю потом. А, вот. все же подаришь, пацан, ну посыпай. Ну я сейчас, ну как бы да, я могу во всех выиграть, но я не буду. А, то есть ты не будешь. То есть ты сразу прибедняешься, делать тебе такой, ну лошок, и на самом деле сейчас все затащишь. Да не, я просто профессионал, и мне неинтересно с вами играть, поэтому я просто вот посливаюсь. Ага. Вот. Ага. Ну, вот так. Ага. Ну все понятно, мы все будем, да. В принципе, можем даже ливать из игры, ты нам не интересен. Вот так вот, да? Да. Так где вы матушку вашу, а? Мякушку вашу! Заколебали! Мякушку. Ни одного не вижу, заразы! Во-во. Ваш П! Во-во. Вы вообще на сервере? А, блин, я в одиночке, пацаны. Я на хайпиксе. Блин, а чё, я сам с собой играю! Шизофрения, привет! Ты с ботами играешь, мы настроили ботов специально. А чё за мод? Мод? А это самописный, понимаешь? Не Эдисон бот. Самописный. Самописный. Ты самописный. Так, смотри, сейчас боты пишут плюс в чат. А, Эдисон тоже бот. Пацаны, мы боты! Я не бот, я ботинок. Игорь, успокойся, пожалуйста, Игорь. А чё он? Да он дебил. Чё, не знал? А. Вот так вот, прямое оскорбление пошло. Всё, Эдисон, после того, что мы с тобой вместе прожили, да? Мы с тобой вместе ничего не проживали. Извините меня, пожалуйста, но... Чё это сейчас было? Воу-воу-воу! Опять что-то было! Чё сам было? Сам же стреляет, короче, исправит такой воу-воу-воу! А, это Жека был, все понятно, все с вами. В смысле, я... Жека вот этой фунялкой пи-пи-пи-бирим-бим-бим делал. Что мне остается, как бы? Я хочу, чтобы ты сказал, да, Жека? Это по мне стреляю, я не понял, что. Что за ролевые игры? Да, Игорь, да. Пацаны, это вообще-то Майнкрафт, снайпер, если вы помните. Я как раз и нет, Жека, нет. Извините. Что нет? Я бы сказал, что да. Вообще-то да, я просто ошибся, хотел сказать да, но мне сказал нет, что тебе, ну хорошо. Так, ну хорошо. Ну, я знаю, что Игорь тебя все равно как бы выиграет, да, Игорь? Да, я сам знаю, что Игорь меня выиграет, Игорь вообще тащит. Все понятно, Жека. В смысле? Я понял, на чьей это стороне. В смысле, ничего я сделал? Ты это видел, Игорь? Мать твою. Мать твою, ты это видел, Игорь? Нет. Мать твою. Ты пахнулся такой, вот он тут. Я такой, мать твою. И он... Ну ладно, Игорь, все с тобой понятно. Невидимость, какой невидимость? У тебя снайперка летает. Невидимость. Прикольно, ребята. Горит невидимости. Снайперка летает, горит невидимости. С ума сошел. Ну я тут невидимость, это все снайперка поганая. Это все ты! Все снайперка. Все это ты и поганый. Вот именно, Жека. Все это ты поганый.
А что ты там смотрел, Игорь Мяткоепрос? Куда там целился? А туда, вот туда. А ты где был вообще, подожди. А стой на месте, стой на месте. Я стою. Стою, шериф, вообще, как укопанный. Ага. Ты вот здесь все это время находился? Нет, я перебежал. Чувствую. Запах моей короны. Где корона, Игорь? Отдай! Отдай корону! Короче, вы, пацаны, вообще, честно вам скажу, я даже не знаю, как с вами дружить, но это жесть какая-то. Да, Жека. Нормально, просто... Жека! Эйса меня убил на ходу без прицела. Нормально. Бывает и такое в жизни. Разочарования тоже бывают. Нормально. Я приятельница с вами, О, другое дело. Так, мне кажется, сейчас кто-то умрет. Кто? А, я все же, да, умру, наверное? Да не. Ну да. Нашел. Жека, значит, да, умрет? Нет. Кто я тогда? Я уже умер. А, ну ты в следующем раунде умрёшь. Я дух, понимаешь? Если ты умер, что ты трындишь вообще, алло? Жека, ты в следующем раунде умрёшь, если что ещё. Я ваша совесть. А она у нас есть? Нет. Мне кажется, нет. Вы Бессовестный молодой человек. Расстрелял друзей. ТП, Эдисон. Сам ты ТП. Это последний раунд, пацаны, или нет? Нет. А, нет, то есть 2-0-0, ну хорошо, если не последний, давайте еще постреляемся. Так уж и быть. Так, в смысле? Ну, как видите, я серьезно настроен. Серьезно настроен. Понимаешь, это типа мы играем, кто меньше очков наберет, тот и выиграл. А, ну, типа... Вот эти, да. Оправдания Жеки из лучшего Майнкрафтера пошли, да? Ничего подобного. Игорь, там, ну я... такой смысл. Нужно описание карты читать. Я думал, что ты до такого не опустишься, Игорь. А! Собака! Да чё за хрень? Ты 3 раза ударил, ты до сих пор жив! Да как? Почему я тебя 4 раза ударил? Да чё за хрень? Да, дорогие друзья, здравствуйте. Как? Хату, пацаны. Паскуда, Игорь, стилер. 5 раз по тебе попал, ты не умер. Да, я по тебе даже больше попал, я тебе еще... Это рациональное решение. Я ждал, пока кто-то из вас убьет друг друга, а потом я убью третьего. Ну хорошо. Напряженная борьба. У нас 2-0. Да, Игорь писька. Ты давай тут... Пипедастер. Тебе, ста? Пипедастер. Чего ты это взял, Жек? Пипедастер ты, пипедастер. Ага. Вот это взял. Какой маленький пипедастер. Ты пипедастрик, понял, говно? Хватит обзываться и материться! Мысли материться. Пипедастер это... Можете, пожалуйста, не приседать? Слишком читерно, пацаны. Да он выползает, знаете, как собака задницу вытирает. Об ковёр такой выползает, и снайперка в руке. А кто там прячется? А вы так тоже делали постоянно? Ни разу в жизни не делал. Жека, ты знаешь, что у тебя на спине защитный блок? Знаешь, что у тебя на спине говно? Какой защитный блок? У него реально белая спина, я даже не шучу. В смысле белая спина? В прямом. У тебя ли волосы? А, у меня этот, подожди, как это убрать? Так, Игорь, я тебя сейчас убью. Ага. За то, что ты меня убил в предыдущем раунде. У тебя грибок, значит, ты меня убьешь, да? Воу-в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 оу-
я, это опасность. Опасность, это я. Что же происходит? Это я не знаю. Игорь, давай ты вот не будешь свои пиу-пиу-пиу делать. Пиу-пиу-пиу. Лучше скажешь мне, где ты. Игорь, где ты? Ой, ну я как бы... Игорь. Да шо ж ты косой такой, Игорь? Ну, косожопый это еще норм. А косоглазый это вообще как-то не очень. Просто там, короче, я понял, слишком далеко от него находился, и мне мои пули шевелил ветер, понимаешь? Чему мои пули ветер шевелил? Я не рассчитал этот... Да-да-да, баллистику, да. Баллистику. Я не рассчитал... Физика. Математика, алгебра. Геометрия. Да-да-да. Дяденька Балда.
Никто никого не видит, да, хоть... Ну, понятно, ну, понятно. Никто Шо? Никого не видел? Шо? Какая подсказка? Вот это подсказка была? То есть 2-2-0, правильно я понимаю? Да, да, 2-2-0, да. Не больно. Все печали. Жека, у нас все очень плохо все. 2-2-0, ёпт, ты понимаешь? Это даже не 3-2-2. Это 2-2-0, печально. Жека, твое время, твое время пришло, Жека, тащить. Я тебя убью, мне этого достаточно. Нет, ты Игоря убей. Нет, Игоря убить. Неплохо, неплохо, хорошая. А, то есть они двое против одного, все понятно. Все понятно. Слушай, я кого заметил, того убил, я не виноват, что это был ты. Ага, понятно, все. Я не виноват! Что такое? Ага, понятно. Шевелит он там своим дулом. Все понятно, кто на F5 играет, понятно, пипетюнь. Ааа, мы спалили Жеку? В смысле, я не понял. Мы спалили Жеку, что он на F5, да? Да. Все. Я играю на F5. Пипетюнчик, он сразу навелся на меня. Хотя стоял очень долго так спиной. Прекрасно, просто прекрасно. Тебя я вообще видел Эдисона как бы. Ну ладно. А, да? Ты меня видел? А, ну я зря это сказал, да? Я просто даже не знаю, кто меня откуда мог увидеть, конечно. Я видел кого-то в красной башенке. А, ладно, хорошо, тогда это не я. Да, это ты, блядь, я же говорю, что это я Эдисона видел! Что возмущается тут? Почему это ты меня видел? Скотт перепугал. Ну что я вылез, и ты смотрел в окошко. А потом Игорь сказал, что я заметил его, хотя Игоря я вообще не видел. Нет. Что нет? На карте есть красная башня? Просто нет, и все. У нас есть на карте... Я сам в шоке, честно, Игорь, я даже не знаю где. Вы о чем вообще? Какие красные башенки? Только я так и не понял, где кирпичная башня? Где вообще башня? Ну башня кирпичная, ну ёб ты, Игорь! Да там тебя нету. В смысле нету? Да на той башне нету, я чекал. Хреново чекал, значит. Чекал, ну да. Короче, Жек, ты понимаешь, в чем проблема? Понимаешь, да? Потому что если я сейчас, то Игорь, ого, и все. Понятно. I have a trouble, пацаны. Какой trouble? Какой? Что происходит? I'm big trouble. I'm big tasty. Окей. Давайте будем Игоря называть Биг Тести. Кого мы? Может, ты будешь Биг Маком? Давай ты будешь Биг Мак. А давай ты будешь жопа. Нет, я не хочу бы жопы. Ты как, Игорь? Я Биг Мак, все нормально. Нет, ты Биг Тести. Да, корону дай сюда, корон, спасибо. Ну, понимаешь, дал немного слабину. Прекрасное ощущение, спасибо тебе, Игорь. Эта серия за мной. Короче, Жек, в следующий раз ты должен затащить. Мы будем за тебя держать кулачки, все. Конечно. Да. Всех убьем. Жалко Желку. Кого тут зарезать? В общем, я хочу попросить поставить лайкусик. Я знаю то, что вы любите снайперы. Поэтому, если поставить лайкусик, то будет еще одна новая серия снайпера. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Чем ты пухнул? Дебил. Пердун. И в сегодняшней серии бабульки я сыграл прям, ну очень интересную роль. Поэтому, если вы хотите посмеяться, то обязательно смотрите. Хи-хи, хо-хо и ха-ха обеспечены на 100%.